Врачи и пациенты сегодня просто благодарные зрители, а конференц-зал одного из медицинских учреждений округа – настоящая концертная площадка, на которой легендарный певец и композитор Михаил Муромов исполняет свои лучшие хиты. В больнице уделяют особое внимание не только лечебно-профилактической части, но и культурным мероприятиям. Позитивные эмоции положительно отражаются на динамике выздоровления. Лечить можно не только таблетками, не только там, какими-то процедурами. Можно лечить словом. Это испокон веков было, и тем более песней. Концерты с участием звезд эстрады в медучреждении не редкость. Они проходят несколько раз в месяц в строго отведенное время и в соответствии с больничным расписанием. Как правило, наша концертная программа, она длится в течение 1 часа, так как, чтобы не нарушить наш госпитальный режим, и так как у нас есть пациенты, у которых, ну, есть, скажем так, тяжелые ситуации по их заболеванию, поэтому мы, как правило, стараемся не нарушить режим и не нарушить лечение, как бы, пациентов. В музыкальной разрядке нуждаются не только пациенты, но и врачи больницы. Напряженный график работы, бессонные ночи – такие мероприятия воодушевляют и дают сил. И нашему персоналу, ему просто несказанно вот везет в том, что есть такая возможность ходить на выступления этих артистов, звезд, вот, и вживую общаться даже с ними после концерта, там где-то сфотографироваться или просто пообщаться, там автограф. Это большая удача для них. Михаил Муромов исполнил для врачей и пациентов лучшие хиты из своего репертуара. Зал аплодировал и пел любимые песни вместе с артистом. Прекрасная публика, замечательная, мягкая, ответчивая, с желанием, иногда даже начинает аплодировать там, где я не ожидаю. Ну, я всегда говорю, что я не провоцирую на аплодисменты. Ваши аплодисменты настоящие, это для меня дороже. Когда мурашек по спине, когда я вижу, что лицо меняется, мне это очень приятно. Полина Толмачева, Ферит Хиридинов, телекомпания «Одинцова».